Вот у нас здание, две овчарни, овчарня номер один, сзади овчарня номер два. Здесь у нас дойное поголовье находится, 500 голов здесь, 500 там. В общей сложности 1000 дойных овец. Здесь у нас вот места, где они лежат. Под низом у нас бетон, а так подстилка солома. На одну голову приходится 1-2 килограмма в сутки соломы. То есть мы солому измельчаем и разбрасываем здесь. Здесь у нас подиум для овец. Поднимались и с кормового стола ели. Поилки индивидуальные, то есть овца подходит, пьет. Уровень падает, клапан открывается, вода набирается. Здесь у нас кормушка для соли. Овцы отходят, едят соль, сколько им нужно. Поэтому насыпано она в достатке, чтобы они спокойно подходили и в любое время могли соль есть. Олег, расскажите, чем пользуетесь, какой техникой, что здесь ходит? Ну, тележки, либо это чем? Здесь у нас есть вот тележки, чтобы можно было и к трактору прицепить, и так можно вручную катить, на них можно было рулоны, тюки ложить, солому, сено. И здесь проезжает у нас кормораздатчик, то есть трактор едет, кормораздатчик раздает монокорм. То есть мы смешиваем сенаж, солому, не солому, а сено. Сено и комбикорм. Плюс добавляем сюда еще премиксы. И для переваривания желудка, чтобы не было проблем, ветврачно добавляем там небольшое количество специального такого этого абсорбента на желудок. Олег, расскажите про вентиляцию, пожалуйста. Это, у нас, это у нас висит обогрев, мы зимой его включаем для того, чтобы поддерживать плюсовую температуру здания овчарни. Вот зимой у нас было здесь плюс 8, это минимально, плюс 10, ну до 12 градусов, в зависимости как температура на улице падает. Конек, я смотрю, специально для освещения. Конек мы сделали, да, но мы убрали прогалы, которые были, потому что снег. Ветер оттуда дует, и на кормовом столе здесь у нас было много снега, мы их просто оставили чисто для естественного освещения. Угу. Вытяжка теперь работает, да? Вот это вытяжка, я поставил на вертикальные шахты, они у нас в шахматном порядке стоят. Вот, они работают в автоматическом режиме и в ручном режиме, то есть как хочешь включить, они в автоматическом режиме от датчиков срабатывают, отключаются, потом включаются, в зависимости от того, какая температура. Но сейчас они работают в постоянном режиме, потому что поэтому они работают. Сейчас у нас 36 градусов, хотел вам сказать. Плюс 36, чудовищная жара. А здесь вот вообще хорошо. Хорошо. Посмотрите, какая чистота. Бетон, чистота. С мухами здесь борется, мух нет. То есть я вот вижу, все очень серьезно, все продумано. Сейчас можем посмотреть австрийский.